Привет, господа, сейчас расскажу о Platin Coin, который был запущен в ноябре 2017 года. За это время стоимость коина выросла на 5000%. Жалко, что сейчас не 2017, да? Итак, Platin Coin – первая в мире криптовалюта, предназначенная для создания пассивного дохода, а также для торговли на международных биржах и для массового использования как платежный инструмент. Пассивный доход не в форме хайпа, как мы привыкли, а с помощью минтинга. Минтинг – это форма добычи монет, для которой необходимо использовать специальное программное обеспечение. То есть мы регнулись на сайте, приобрели нужный продукт, скачали себе приложение на телефон и начинаем добывать новые монеты. Добываем мы под стабильные 30% в год на протяжении следующих 10 лет с ежедневными выплатами. Собственно, технология минтинга – это вообще одна из уникальных особенностей Platin Coin. И она реализована на собственном блокчейне, в основе которого лежат дефляционные Coinbase транзакции. Их основное преимущество в том, что при закрытии каждого нового блока не возникают новые ведущие к инфляции монеты, а наоборот, небольшая часть существующих коинов уничтожается. То есть, тоже, как мы любим, дефляционная модель. И в отличие от криптовалют, которые созданы для спекуляции, Platin Coin – это глобальная экосистема, в которую входят десятки продуктов. Ключевой продукт – это минтинг Double Pack, который позволяет зарабатывать 30% в год. И в отличие от обычного майнинга, пользователям минтинг Double Pack не нужно постоянно обновлять оборудование и не нужно переплачивать за электроэнергию, потому что весь функционал доступен через приложение в смартфоне. Он создан, чтобы в течение 36 месяцев добывать вам коины, и если же положить туда дополнительную сумму в PLC, то параллельно вам будет начисляться 30% на счет. Это связка из двух продуктов, Minting Unit, который ежедневно в течение 3 лет зарабатывает PLC. Например, продукт Platin стоимостью 9951 евро добывает за 3 года 3031 PLC, что составляет 15 065 евро. При этом, если положить в ваш пакет дополнительные монеты, то в течение 10 лет на них будет ежегодно начисляться 30%. Возьмем тот же продукт стоимостью 9951 евро. Если положить в него 6700 PLC, то через 10 лет на счету будет 20 100 PLC в дополнение к 3013 PLC. Наверное, с минтингом все понятно, давайте посмотрим на другие продукты компании. PLC Secure Box – это мини-компьютер, который позволяет владельцу получать до 10% годовых на капитал в коинах. На данный момент компания подала 2 патентных заявки на данную разработку и прошла сертификацию. Устройство состоит из двух процессоров – коммуникационного и криптографического. Коммуникационный процессор отвечает за связь бокса с нодой, а второй процессор – это своеобразный трезор, то есть физический аппаратный кошелек. Следующий продукт – это ATM-криптоматы. Это терминалы, в которых можно обменять коины на фиатные деньги. Специалисты компании смогли предсказать актуальность терминалов и криптоматов и заранее начали их разработку. Сегодня, по данным сервиса CoinMap, в мире насчитывается 15 541 криптомат. Кстати, сейчас Platin Coin активно партнерится с производителями вендинговых машин, чтобы люди могли легко тратить крипту в реальной жизни. Сейчас они развивают это направление в Азии, много машин уже есть в Гонконге, и планируется вся Азия. Еще крутая тема – это посттерминалы. Фактически это кассовый аппарат с криптой. У компании договоры с несколькими производителями этих посттерминалов. И в ближайшее время рынок заполнит машины, которые позволят расплачиваться Platin Coin'ами в разных точках мира. В общем, как вы видите, это действительно не хайп, как многие могли подумать, услышав о пассивном доходе. Это вполне себе реальная разработка с реальными продуктами. Кстати, чтобы продукты стали еще реальнее, их стало можно потрогать, уже в апреле за Platin Coin можно будет купить товары от Amazon, eBay, AliExpress. Биржа CoinsBit объявила о запуске криптовалютного маркетплейса, на котором будут продаваться товары этих площадок. И поддерживаться будет всего 3 криптовалюты, в том числе и PLC. Вообще, касательно бирж, 2 февраля Platin Coin появился на бирже Bithumb Global. Кто не в курсе, достаточно авторитетная биржа, кстати, не лезет кого попало. А всего лишь 131 криптовалюта сейчас торгуется на ней. Для сравнения, на Binance больше 600 криптовалют. Кстати, в планах Platin Coin на 2020 год выйти более чем на 10 бирж. Будет торговля как за крипту, так и за фиат. Ну а вообще я встречал информацию и о росте цены до $10-50 за монету в 2020 году. В принципе, не удивлюсь, если график этой монеты посмотреть. Наверное, на этом все, а то информации будет слишком много. Если проект вас заинтересовал, переходите по ссылкам в описании. Я оставлю всю информацию о проекте, ссылки на вебинары с основателем и так далее. Фаундер проекта, кстати, это Алекс Рейнхард, вполне себе публичная личность. То есть информация о руководстве также не скрывается. Ну а вообще основатель Platin Coin Алекс Рейнхард вошел в топ-10 самых влиятельных персон криптомира по версии СМИ The Entrepreneur. Это одно из крупнейших в мире изданий о мире бизнеса, и ежемесячный сайт посещает почти 15 миллионов человек. А офлайн-журнал ежемесячно издается в
десятках стран мира. Издание включило Алекса Рейнхарда в список самых ярких представителей криптовалютной индустрии, наряду с Чарли Ли, Виталиком Бутерином, Чан Пенджао и другими. Алекс сегодня одна из влиятельных персон на рынке, с ним в крипто-СМИ регулярно выходят статьи и интервью. В общем, хороший проект. Всем бай. Спасибо за просмотр.